Илья, я знаю, что ты недавно был в Египте. Расскажи, пожалуйста, пришлось ли тебе встретиться там с верблюдами? Пришлось, и не один раз. Именно у меня в отеле был верблюд с именем Казанова. Ох! Представляю, что он вытворял. Он ничего не вытворял. Знаешь, я тоже, когда ездил в Египет, был такой интересный аттракцион. Садишься на верблюда бесплатно, а слезаешь за $20. Это тоже нормально. Оля, а как ты думаешь, откуда верблюды родом? Ну, наверное, из Африки. Наверное. Вот так ли это или нет, мы узнаем из нашей следующей рубрики «Мифы, правда или вымысел». Откуда родом верблюды? Из пустыни. Континент какой? Континент. Африка. Африка, наверное. Африка, что ли? Африка. Ну, в Африке. Большинство людей считает, что родиной верблюдов считаются Азия и Африка. На самом деле это не так. Историческая родина верблюдов – это Северная Америка. Оттуда они ушли в последний ледниковый период, и в отличие от собак и лошадей, туда больше никогда не возвращались.